Давайте поприветствуем Урлиха Хейдена. Урлих – немецкий журналист и историк. Он автор документального фильма «Лауфер», который рассказывает, какая бойня произошла 2 мая 2014 года в Одессе над украинскими активистами. Поэтому ему запретили посещать Украину. Всегда, когда в Украине нападают или убивают очередного украинского журналиста, всегда, когда украинские секретные службы обыскивают редакции интернет-сайтов, таких как «Страна.ua» или «Таймер» в Одессе, когда арестовывают украинских журналистов и обвиняют их в измене родине, как, к примеру, 15 мая этого года Кирилла Вишинского из РИА Новостей, и до него в августе прошлого года украинского журналиста Василия Муравицкого, немецкие СМИ об этом вообще молчат. Но 30 мая нынешнего года вдруг прекратилось большое молчание в немецких СМИ. Они вдруг начали без перерыва сообщать об убийстве критика Кремля Аркадия Бабченко. Но уже через несколько часов выяснилось, что все это была инсценировка украинских секретных служб. И Бабченко жив. И этот журналист во всем этом играл свою роль. Почему вдруг немецкие СМИ теперь заинтересовались убийствами украинских журналистов? Может, они начали беспокоиться за жизни украинских журналистов? Я так не думаю. Самая главная причина была в том, что появилась очередная возможность обвинить в этом Россию. Может, сейчас кто-нибудь думает, что я преувеличиваю? Но почему же тогда немецкие СМИ не сообщали, когда в апреле 2015 года убили журналиста Олеся Бузина, застрелили нацисты прямо перед его домом? Почему немецкие СМИ не сообщали, когда в июле 2016 года взорвали киевского журналиста Павла Шеремет в его машине? Оба этих убийства до сих пор не были расследованы. Почему немецкие СМИ не сообщали, когда украинские телеканалы, такие как News One и канал Интер, были осаждены ультранационалистами несколько дней подряд? Ультранационалисты даже сожгли редакцию на канале Интер полностью. Если бы что-то подобное произошло в России, то немецкие СМИ несколько дней подряд в прямом эфире об этом бы только и трубили. Но что происходит в Украине, ничего не сообщают. Какие немецкие СМИ сообщали о случае Кацаба? Вообще никакие. Какие немецкие новости сообщали о том, что убийства на Майдане до сих пор еще не были расследованы и никого еще не осудили? Какие немецкие СМИ сообщали о моем фильме «Беглый огонь», о том, как подожгли людей в Одессе? Вообще никакие. Это единственный немецкий фильм, который затрагивает эту тему с политической стороны. В Германии есть что скрывать. Немецкое правительство связано с правительством Киева. Германия намеренно не хочет распространять негативные новости об Украине, чтобы не вредить украинскому правительству. Ведь по-другому это молчание, которое длится уже 4 года, объяснить нельзя. Это молчание имеет катастрофичные последствия для немецкой демократии. И как раз это молчание и есть причина, почему немецкие правительственные партии потеряли массивно доверие народа. Если бы немецкие СМИ выполняли свою работу, как положено журналистам, то они бы помогли держать слово украинским журналистам, которые настроены критично по отношению к украинскому правительству. Ведь иначе эти бы журналисты рассказали, что правые и нацистские группировки нападают в Украине на пенсионеров, которые носят георгиевские ленты. Они бы рассказали, как украинские нацисты осаждают украинские суды, когда им не нравятся вердикты судов, как, к примеру, в апреле 2015 года в Одессе. Также эти журналисты бы рассказали, что нацисты зашли в парламент в 2018 году в городе Черкассы. Эти случаи такие же самые, как были тогда у нас в Германии, когда Гитлер пришел к власти. Когда критик Путина Аркадий Бабченко днем позже после его убийства вдруг оказался жив и стоял перед камерой, то это немецкие СМИ привело в панику. Ведь 4 года подряд немецкие СМИ послушно распространяли украинские новости. А теперь вдруг украинское правительство за один раз во всем мире потеряло доверие. И тогда в немецких СМИ началось большое отчаяние. И свое отчаяние немецкие СМИ направили в очередной раз в атаку на Россию. Даже сообщали о том, что украинское правительство теперь использует российские методы.
но также сразу сообщили, что это лживое убийство было выгодно Путину. Дорогие друзья, самое смешное в этом случае – это то же самое, как в случае отравления Скрипаля. Путин приказал отравить Скрипаля. Путину это выгодно. Скрипаль выжил. И снова. Путину это выгодно. Путин приказал убить Аркадия Бабченко. Ему это выгодно. Но Бабченко выжил, потому что его никто не убивал. И снова. Путину это выгодно. Красивая картина Украины, которая после народной революции присоединилась к Западу, получает трещины. Даже то, что в 2014 году люди себе не могли представить, что в немецких СМИ упоминают об Анатолии Шарие, показывает, что слепое послушание киевскому правительству начинает распадаться. Шарий выяснил, что украинский посол в Германии в Гамбурге распространял долгое время на своей страничке Фейсбука фашистские идеи. После этого Киев отозвал этого посла. Но пока не предвидится, что немецкий журнализм изменится, и что они будут сообщать об обоих сторонах Украины, со стороны украинского правительства и со стороны украинских журналистов. Ведь чересчур много на кону. Ведь украинское правительство со своей антироссийской политикой для немецкого правительства очень желаемый партнер. Хотя и сообщают, что в Украине существует коррупция, но ведь только что Запад увел Украину от России к себе. Поэтому с такими мелочами не хочется тратить свое время. Украинское правительство отключили российские социальные сети с миллионами украинских пользователей. Запрещают русскую православную веру. Российским певцам запрещают заезжать в Украину. Избавляются от Толстого и Достоевского в украинских школах. И что теперь? По новой программе не изучают русский язык в школах, хотя в Украине живут 40% русскоязычного населения. Все это для немецких СМИ не темы. Для этого надо почитать австрийскую газету, чтобы понять все, что связано с тем, что в Украине избавляются от русского языка. Германия смотрит с удовольствием на себя сама, как страна, которая уже справилась с бывшим диктаторским прошлым и горда теперь своими культурными достижениями. Поэтому они и молчат. Ведь эта тема, что в Украине подавляют русскую культуру, в эту красивую немецкую картину просто не вписывается. Также немецкие СМИ не сообщали о том, как в этом году на день рождения Гитлера в Киевском парке сожгли лагерь цыган. В ноябре 2016 года министр культуры Украины Евгений Щук объяснил, что некоторые регионы центральной и восточной Украины генетически нечистые. То есть это те районы, где живут много русскоязычных людей. После протестов он извинился и сказал, что его просто неправильно поняли. Ни одни немецкие СМИ об этом не сообщали. И не только российским журналистам нельзя заезжать в Украину, также и западным. И ни одно правительство в Евросоюзе не протестовали против этой цензуры. И от Брюсселя ни слова. Мне лично 30 апреля 2016 года в аэропорту в Одессе запретили посещать Украину на 5 лет. Они сказали, что я посетил Донецк со стороны России. Берлинский журналист и шеф-редактор журнала «Европа Экспресс», он сидит вот там сзади. Ему тоже в апреле 2016 года, тоже в Одессе, запретили въезжать в страну на 5 лет. Но Исаков не посещал ни Крым, ни Донецк. Но он писал о том, что произошло, когда поменялась власть в Украине. И писал о том, что произошло в Одессе. Этот немецкий журналист привел немало примеров, о чем немецкие СМИ не сообщают. Но можно было сказать, это проще. Немецкие СМИ с самого начала Майдана в Украине ничего, абсолютно ничего, не сообщали об Украине, о том, что хотя бы каким-то образом могло повредить украинскому правительству. А насчет того, что иногда упоминают, что в Украине коррупция, да, пишут, но пишут так, как будто бы это осталось от правления со времен Януковича. И естественно, с Порошенко и украинским правительством это никак не связано. Сообщают регулярно только о двух вещах. Первое. В Украине снова и снова экономика и заработная плата растут. Думаем, этот пункт комментировать не нужно. Второе. Западный банк требует от украинского правительства, чтобы они наконец-то подняли цены на газ на мировой уровень. Ведь нечестно, что, к примеру, житель Запада платит так много за газ, а украинцы нет. И если Украина не поднимет цены на газ,
то в дальнейшем не получит кредиты. Делайте выводы с нами. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, поддержите наш проект, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите ваше мнение в комментариях.